Всем привет! Ровно 7 утра. Еду чистить снег. Ну, наверное, сниму, покажу, что там получится. Вот я отработал, почистил деревню целую. Миша уже второй трактор завел. Ну что, вот это у нас отвал такой, чищу резинками. Проверяем, что как. Ничего не потеряли. Вроде нет. Фамилия? Моя фамилия очень известная. Цилиндр Хадар, а не Хадар. В смысле? Какому цилиндру Хадар? А почему? А тут все в масле. Абсолютно все. То есть там целое это, да? И текет и с этой стороны, и с этой стороны. Так ты идиот, надо посмотреть шланги, может, с цилиндра текут. Может, шлангу, блядь, на цилиндре хана, блядь, а не цилиндру хана. Да, Миш? Цилиндру хана. Цилиндру хана, ну что, хана цилиндру. Я не помню, этот ящик прикручен у нас. И полков, и нижняя часть вся прикручена. В общем, что-то потекло. Пока разобраться не можем, что потекло. Ящик, по-моему, не прикручен, Миш. А что ты туда складываешь? Ты все с места на место перекладываешь. А зачем отвертка-то? Он закручен, ты уверен? Ты дай. Дай я встану. Резинки даже торчит. Так я могу выбить, что он открученный. Да че он так уходит, не понял. Вот вся проблема. А теперь, чтобы ее решить,
Надо цилиндр разобрать. Сейчас. Сейчас. Попробую. Надо откручивать шланги от цилиндра, два верхних. Понимаешь, Миш? И вот эти четыре гайки. Сегодня у нас вторая серия. Погодка наладилась. Так что продолжаем. Рабочий день. Все равно до земли опускает. Че, Вадик, нихуя не умеет грузить, да? Хуй знает. Я еще сам не пробовал, да? Да я бы и не стал грузить. Куда проще, ёпта. Все равно, блядь, куда задрал-то? Сегодня градусов 10, наверное, намного лучше. То есть погода, ни метели, ничего нету. Просили тут до Нового года развести сено. Вот, возим. Не без поломок, но сенаж также зацепили. Мы уже полполя собрали. Нажат, все нормально, так что будем возить. Мы поедем, а сейчас со второй. Будет увозить сюда на край сена.
Сейчас я перееду, этот, развернусь и... Переехал, я встал другой стороной. Распределитель поменяли и стал все нормально работать. И насос, и распределитель. Дело было в распределителе, то что он шумел так. Да не. Не насос тогда, когда мне советовали на видео, поменяй ты насос. Это был распределитель. Вот такой же шум был. Ну да, типа вот такого рычал. Все равно задирает. Сейчас последний грузим и поедем. Ну там что с него? Что, грузи?